забираем кота. Вы плохо о нем заботились. Отойди, не мешай. Годи, видишь, я занят. Мне не до игр. Ты насыпал Голди корм? Или он весь день ничего не ел? Я не насыпал. Голди, что случилось? Голди, ты что ли заболел? Алло, это ветеринарная клиника? Кот, ничего не ест, лежит весь день. Хорошо, завтра приедем. Умывайся и спать. Хорошо. Голди, пошли со мной поиграем. Мне некогда, я занят. Поиграй сам. Забираем кота. Вы плохо о нем заботились. Нет, нет, нет! Не забирайте Голди! Алло, это зоомагазин? Я хочу купить самую лучшую игрушку для моего котика. Что там за шум? Пап, куда ты собрался? Мне нужно уехать по делам. Ты остаешься за главного. Так, а где моя сумка? Вроде только что была здесь. Пап, так вот она. Я ушел, скоро вернусь. Теперь можно делать все, что угодно. Кажется, у нас завелся призрак.
Так страшно, что же мне делать? О-о. Нет, так нельзя, надо его поймать. Порядок. Теперь надо подождать. Кто же там? Сень, я пришел! Пап, тут такое было! А почему ты так одет? Представляешь, я думал, в доме призрак, а это оказался наш котик. Наш кот ведь у бабушки. Ты чего? Не скажу, это военная тайна. О-о. Что это за военная тайна? Надо разузнать. Сейчас узнаем, что там внутри. Да-да, я все понял. Пока. О-о. Знаю, что там.
Mm-hmm.